Так, вы там это, галочки поставили, чтобы ваш голос писался? Да. О, меня на круг догнали. Тём, А чё это вообще? повтори там вот Слышал? эту свою, эту всю тираду, которую ты про Сандры говорил. Да. Какую тебе раду? Ну там, welcome Вообще это to... в Чего там? последнем повороте так штырит машину, подкидывает морду. Здорово. Привет. 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 Я... на Твиче. Не знаю. Оф онлайн Твич показывает. Ой. Надо было бонус ссылку на твою трансляцию скинуть. Ничего себе. Да? А этот падла показывает, что есть. Ну, как всегда, Twitch глючный. Не, сейчас Нет, квалификации. квалификация. Понятно. У Сандры есть. Смотри, там в группе ВКонтакте есть запись. Ой, ё-моё. О, думот пришел. Неужто поедет? У меня 485. Да. Да. Тема вроде есть. Там КА, что-то там. Смотри, в группе там было в обсуждениях написано. Наверное. Да. Ну да, здесь, но тюнинг я, по-моему, не сохранял. Ну. Но его недолго да, делать. Квала. Квала, да. Клаву, да, 6 минут. Ты успеешь сделать. Да. Да, он не едет. В Турции. Мыслями Включ... там, да. Включите микрофон, кто еще не включил, пожалуйста, для трансляции. Зачем? Аэродинамика, дифференциал и шины. Да, я же говорю, аэродинамика, шины и дифференциал. Это модернизация. Эдик, там нечего тюнинговать, там это самое. Там, шины, да. Там аэродинамика шины и дифференциал. Да, ну, можно, тебе же сказали. Шины, аэродинамика и дифференциал. Больше там нечего. Я сразу могу сказать, на Себринг ставь этот нулевое значение, ну минимальное для аэродинамики, а дифференциал по желанию.
Что, Сань, что? Да. Да. Да, Сандра, надери всех, блин, просто. У него такой никнейм теперь. Сандра, надери всех. Только форс. Да, я еду, да. Не знаю, правда, когда, но еду. Не-не-не, Мазда. Я по-пацански на Мазде, там вообще супер-мега тачка для Нордшлейфа. Да ты ее держать на трассе. А это челлендж, понимаешь ли. Ой-ой-ой, плохо. О, это вот товарищ, который я тебе говорил. А, Амарео 333. Это Женя. А у меня интернет сломан был и... Да, не работала нормальная трансляция. Давай, сейчас знаем. Блин, пишет, трансляция идет. Ну-ка. Женя, кстати, на руле едет. Первый, который. Саня, я тоже на руле, но я последний. И потому что он первый, потому что он с рулем. Мне поддержки не хватает. С рулем. А я сейчас зашел, все. У меня есть, да? Да, это общее количество. Какую? А это вот потому что я вот так вот сейчас увидишь. Да. Да. Жди, да? Вообще должно было быть 1080, но он, видимо... Вот он, падла. Он вообще должен транслировать 1080. Да? А-а-а. Ну, на максимально, да. Согласен. А, чё? Да. Дома ты успеваешь там? Как четвертый? Диски вот, да, долго искать. Это вот вы вообще с дисками нафига вы там придумали такую тему непонятную? В первый, конечно. Да, первый. Там они почти в конце, в самом. Все, я сейчас отойду, короче, отойду и приду. Давайте, не поминайте лихом. Сейчас подойду. Да. Что-то у меня опять опасно джойстик упалил.
Да. Да. Ночью. Вы вообще в группу заходите? Иди посмотри. Хорошо, а вторая днем? Нет. А нахрена мы квалифицировали днем? За день до гонки я всегда выкладываю время суток и погода. Да, я понял. Я увидел, что... Конечно. Да. Гена за допингом пошел. Походу. А все в курсе, да, режим полной симуляции? Из салона, без траектории, реалистичное управление. Да. Видос, черная. 23. Ну, 24 считай. 23 и 4, по-моему. Че, все готовы? 23. Да. Да, 23. Да, 23. 700. Ой. А он не тренировался вообще. Да, он же это профи айрейсинга. Ох. Что-то уж вы раскидали мне звание-то прям. Профи. Тяжело ехать, да, сейчас? Да вообще. Так я чё краснеть-то такую чушь-то вообще. Профи айрейсинг, блин. Там же, где днем. Постарайтесь не разбить фары, а? А чё я А почему я четвёртый? У меня какая-то... А, нет, слушай, я вот посмотрел. Красная с зелёным. Если забьёшь, да. Удачи всем, поехали. Бип-бип. О, правильно. Оу. Оу.
никого нет рядом со мной. Все норм. Можно, если никто не против. Вы что, серьезно? А что, у кого-то фары сдохли? Не, ну парни, ну в плане... Ну ладно, давай что. Ну ладно, давай. Ох, зачем вышли-то? Богдан сам решил, сам вышел. Да. Нас пишешь. Не надо так делать, выходить самовольно. Так а вы молчите, чё, чё, этот, администрация гонки должна сказать, да, нет, все. Этот, рестарт, вопрос был, рестарт, вы такие, Команды не было, значит, едем дальше. Да нет, надо четко сказать, да, нет, да слышно тебя, Эдик, да, слышно. Слышно, да. Да с какого перепуга? Кто третьим стоял? Пик? Третьим стоял Пик. Да, Пик. Потом Гена, да? Да. И... Да. Все. Потом ты. Стоял. Жми. Вот. Эдик. Да нет. Точно тебе говорю, не его. У Гены серая. Точно тебе говорю, это я. На красно-зеленый я. Сейчас это... Так, сейчас, если кто-то разбивается, то никто не выходит. Едем дальше. Будет вторая гонка в обратном порядке. Не нервничайте, да. Давайте пропустим стартую сетку. Да. Да. Безоговорочно просто. Надо остановиться, справа припарковаться. Так, Сандра бибип. Оу! Холодная резина. Не учел. Так, все, рестарт. Я требую, чтобы все рестартанули тут же. Блин, куда ехать-то вообще не видно ни хрена. Итак, прорываемся с последнего места. За 15 кругов надо обойти 7 гонщиков. Какого хрена? Пошел. Шатался об стенку. Нет. Никого не пропускай. Опс. Джейсон. А что с Пигом случилось? Ночь же, ни хрена не видно. Так, хоть теперь. Не вижу, где он. Thank you.
Не, он едет за мной. Вот уже Эдик на экране. Ну все, жизнь. Нет, как видишь. Опс. Чутка так случайно получилось. Конечно, там под... Блядь, истинный Эдуард. Посмотри повторы. Сначала дайванул, блин, а потом под... О, все вообще прямо, а? Ну... Вообще, все, Эдик, все. Я тебя накажу потом, накажу. Ничего не знаю. Ты туда этот самый дайванул сначала, а потом что-то вообще непонятно этого. Да все так и было. Да уж. Да все, Саня, можно переключаться на другую трансляцию. Я испортил. Не, норвег нет. Не знаю. Может, работает. Эдик, ты мне испортил всю гонку. Посмотри, у меня машина полностью разбита. Вообще не едет. Еле-еле сейчас... Никаких ссори. Это война. О, 56 миль в час разогнался. Но. Ну, я знал, да, что ты едешь уже, что потом уже знал, что стрелочка там показывала, но потом вроде как был впереди чуть-чуть. Потом непонятно какая-то ситуация. Но я, да, но место было там у тебя однозначно с левой стороны. У меня так, мне показалось, что ты взял просто и этот самый, и поддел меня, короче, так. Ну, чуть вправо свернув. Но мне показалось, это не значит, что так было. Да, понятно все, чё. Все понятно. Сейчас вот ты... Вот, я сейчас как раз буду выезжать, ты у меня это круговой. Я тебя догоню и напомню тебе... Блин, надо было диф блокировать. Да, без обязательного. Ой, господи, что это такое? Надо же.
Он не в себя просто едет, не в себе. Нет. Они же, кстати, сейчас же будет Gamescom или что-то, какая-то хрень такая, да? Очередная фигня по поводу игр. Мне кажется, у Томи скажут новенькое. Точно. Не, но они обещали летом, а лето уже заканчивается как раз, в общем-то, 20 августа же, да, там, по-моему, это Gamescom этот. Ну вот, обещали рассказать нам про судейскую систему. Конечно, немного чего изменит, но все же. Вы просили рассказать про судейскую систему. Рассказываем, ее не будет. Неплохо. Тоже ответ, как бы. И все такие, знаешь, опа, я сделал предзаказ, пожалуй, верну я деньги. Там уже во второй не понадобится. Вот тут еще народу, знаешь, я буду вообще. Норвег сказал тоже, что он будет брать Форзу. Народ-то прям берет. Все равно руля нет для Xbox. А! Японский бог. Да, ты же на ПК можешь поставить. Да, точно. Жалко, пиратскую дать. Наверное, будет. Ну то без онлайна, да, да. Ну а что без онлайна-то? Да, без онлайна вообще не нужно. Даже пиратская. Давай, там уже и моды пошли какие-то. Я заранее уже знаю, что как бы я не хочу ее покупать. Смысла покупать ее нет, потому что ничего не изменится по отношению к вот нынешней шестой части. Вот, ну ничего абсолютно. А, ну... Ради фидбэка покупать седьмую Форзу. А чё с графоном ничего не будет? Я об этом и говорю. Чё, графон на моем Xbox граф... Ой, куда я поехал-то, блядь? Ты куда, Гена? Я чё-то подумал, да. Ты меня попутал, я думаю, может, я не туда поехал. Короче, графон на моем Xbox не изменится. Да, ну там ничего не изменится. Да ну что там будет лучше? Да как он Те будет же будет самые лучше? Модели машин возьмут и добавят, просто положат ее в FM. Ну что там изменится? Да ничего. Там все прелести, которые они анонсировали в новой графике, это HDR, 4K, все дела. У меня, блин, ни телека нет такого, ни Xbox такого нет. Ну, будет, конечно. На Xbox One X. На новом Xbox, да. Да. На нашем будет по-прежнему.
Он выйдет на... На ком... На... Нахер им это форза, блин, да. Я смотрел. В смысле бесплатная форза есть? Что это? Бесплатная? Apex, да. Она условно бесплатная. Там есть некоторый набор бесплатных. И за 7000 рублей можно докупить пару трасс и пару машин. Ну, я утрирую. Для красного словца, чё? Чтоб сразу... Да. Гена, соберёшься обгонять, скажи, а то я медленно еду. Да, хорошо. Я собрался обгонять. Говорю. Не вышло. Направо. Ой. Направо, да. Нормально там не столкнулись? Не-не, я аккуратно. Ой, блин, вопрос хороший. А? Но я однозначно, я одного где-то три. Неважно какую. Ну даже если Porsche куплю и сяду и поеду. А чё, так какая разница? Он же не ездил на GT3-шном Porsche, он же не знает, что это такое. Он просто, он как, он мерит этим. Он же мерит этим Porsche, как бы GT3 капом. А там все другое. Нет. Porsche GT3 кап. Слушай, Гена, помнишь, я спрашивал, почему у вас Мерс так медленно разгонялся? Ну, вот я смотрел его. Ну, ты спрашивал, да. Думал, может... Короче, взял я такой же Мерс, все, та же трасса, только в Корсе, и в принципе то же самое. Там подъем как бы идет такой незначительный. Какая трасса? СПА, видимо. Ой, не СПА. А что? Воткинс Глен? Блять, как? Да. А. Незначительный подъем? Где? Там есть значительный подъем. Блять, как оно? Второй поворот, наверное. Поворот. Да, нет, да, поворот, да. Из двух, он потом идет затяжной направо. Ну вот это второй получается. Там подъем значительный. Значительный. Да, значительный. Второй поворот — это начало затяжного такого значительного подъема. Ну. Почему? В какой второй поворот? Блин. Да не второй. Потом. Получается старт, первый поворот, второй поворот, потом ты налево уходишь, и вот эта прямая начинается. Ну, подъем со второго поворота начинается. Да. Сань, ДП, не знаю вообще. Ты надо покупать эту машину. Потом на ней практически нигде не ездить, кроме как имсовского чемпионата. Мне кажется, смысла нету, как бы просто.
Ну, по крайней мере, вот сейчас, пока есть мне, да, по крайней мере, есть во что гонять, мне же ничего не приелось еще. И вот так вот прыгает прям, так, хоп, на дипиху. Фиг знает, я не хочу. Попробуй на тест-драйве еще. Смотрим, может, она мне не понравится. Кстати, в iRacing тест-драйв всегда открыт или он? Нет, только когда серваки падают. Только когда падают серваки. И у тебя должна быть установленная игра. Ну да, там. Смотрел чемпионат, короче, вот этот, который выехали 6 часов. Только какой-то пиндос ехал, и он ехал в этом, на Феррари. И ехал он в этом, в шлеме, в VR-е. Прикольно. Ну да. То есть 12 часов в VR-е? Не-не, 6 часов вот они ехали по шлеме. 6? Там было. Ну, наверное, человек даже все 6 часов ехал. Все 6 часов. Да, там нельзя ехать одному. Да, за то, что один все сделано, это хорошо, удобненько. Ты заезжаешь в пит-стоп, ну, в боксы, короче, понимаешь, выйти из машины, а другой человек садится, говорит, зайти в машину, сесть в машину. Или тот, кто сидит, ждет как бы своей очереди, ты вот заезжаешь на пит-стоп, он может нажать кнопку выгнать водителя из-за руля. И смена водителя, это не просто там нажал кнопку луч, а это отнимает время. Там 30 секунд. Да. Что там примерно равно, да, там времени смены папуасов за рулем автомобиля. Мы с Пашей боремся. Сейчас подойду. Идите, конечно, курите. Нам еще и доехать надо. Ого. И так можно, если бы я знал. Да как кто скажет вообще? Даже если что-то скажет. Ну что мне сделать? Я последний. Мне вообще пофигу. Я последний. Меня же Эдик-то там выбил. Ну, или не он, конечно, выбил. Вот, и... Да. Мне пофигу, если честно. Ну, копейки, он же только метрику хранит. Нет? Разве нет? Давай. Он же не видео пишет. Короче, пиздец. Ну так он метрики же пишет. Он же не пишет видео, но... как здесь. Ну. О, нифига так нормально. Ну там просто очень много текста, видимо. Я говорю, ну он же видео не пишет. А какая у вас следующая гонка? Где сколько?
нас следующая гонка. Это 5 Лиман, да, Сань? 10 часов. 10? Да, 10 часов на Роуд Атланте. И будет она в конце, по-моему, сентября, да, Сань, если не ошибаюсь? 30 сентября, вот. Вот. Я думал, чаще что-то там проводят. Нет, там есть, значит, Blancpain Endurance серия. Там каждую неделю трехчасовые гонки идут. Да. Есть VLN чемпионат. Там по расписанию, ну, по-разному. Там раз в две недели, там бывает побольше перерыв. Да. Да, да. Прав, Саша. А что это за класс такой? VLN это... Немецкий чемпионат на Нордшляйфе проводится. Нордшляйфе плюс Нюрбургринг. Комбинированная трасса. Там множество классов едет автомобилей. Но в iRacing'е это едет две GT3, по-моему, машины. Porsche GT3 Cup и Mazda MX-5. Вот. Да, значит, машины, значит, гонки там от 3 к 4 часов до 24 часов. Да, да, да. Слушай, что-то у меня было 9 с чем-то, по-моему, минут. Едем, готово? Да. Да. А Женя тут? Нет, быстро нахер там 8 с 50 ехали, я видел. Чё? Да? Гена, ты ж последний пришел, да? Да, я последний пришел. Пришел. Можно так сказать. Да я могу сегодня сесть да проехать. Еще раз. Там же Нюрбург-то не полный, он там сокращенный. Нет, не полный. Там, короче, после шпильки налево поворот, идешь, значит, потом правый. Да, Нюрбургринг не полный. Не, Нордшляйф, естественно, там всегда петля полная. Ой, Эдик, тебя Джейсон Брокер обогнал, да? Как так-то? Это когда со мной или потом просто отдельно? То есть когда мы с тобой врезались, ты не этот самый, тебя не развернул, ничего, ты дальше просто. Блин, как мне нравятся люди, когда нужно отвечать да, они говорят нет. Да ёб твою мать, да что ж такое-то, а? Да короче, ну его нахер, нихера себе меня перевернули. Фу, это Джейсон. Зачем? Кто, блядь, я не видел. Это был демот, стопудово. И если кто-то в чём-то виноват, то это обязательно Эдик. Паш, ну ты не переживай, я к тебе присоединюсь. Кругу на пятом. Ой. Блядь. Хорошо. Маньяки. Да не говори. Хорошо, что хоть фары целые. Мото Трубилова, Амарео, Сандра, Джейсон.
10, да, вторая гонка, маленькая. Full контакт. А кто на втором месте? Я на четвертом сейчас. Кто на втором? Богдан. С последнего хорошего, да? Особенно у Эдика. Хотя вот в iRacing играет. Эх. Кстати, не это сам не сохранил. Доехал до конца гонки. Не, так а что там, кто-нибудь сохранил же, небось, стопудово там Тёма, небось, сохранил. Сандра там, может, сохранил. Мара очень агрессивно, конечно, аккуратнее. Нет ощущения. Остановись. Ой. Удержался, нифига себе. Ой, блин, чё я бомблю его. Сейчас там поймаю. Like an animal. Блин, там уже подъезжает народ. Это от слова... Нажимать. Пуш толкать-то вообще, да. Но в данном случае пуш... Да-да, в данном случае пуш это в смысле давай жми. Дави. Блин. Да уж, что ты не пушишь, что говорит, не пушистый. Нормально ты придумал. Да не, это такой уже сленг принятый. Это же этому саму, это как к этому же кричали. Алонсо там, и Алонсо говорил, я говорит, гоню, да? Пушу, да. Как animal, как животное. Да. Это, ну-ка, пример. Так, и вот я хочу... Так надо же... Вот, видишь? Фу. Справился. Ну давай ты!
Кто там еще? Сандра, что ли? Две позиции, да? Просрал сразу. Теперь да. Да с ума сойти, какая интересная. Там, где Сандра, сразу интересная заруба начинается. Ой, блядь, стенка. Воу! Сандра, сорян. Не ожидал, что будешь так рано-рано так тормозить. Такой профессионал. Еще обогнал меня. Ну-ка, пропусти обратно. Не собираюсь. Это же мой любимый Forza Style обгон. Сказал Эдик-то вообще, который меня на крышу перевернул. В прошлый раз, а? В прошлой гонке. Интересно, меня перевернул. Я оставлю тебе место. Я тогда... Да, точно. Да что же я опять-то мимо этого порта? О, в пределах правил. Ну, плохой выход. Так, Сандра на хвосте, 57 футов. Прям за мной, а? Под килем. Да что ж ты там прилип-то там, Сандра, а? Да, пропускай. Так, ты слева, справа, Сандра, ты где? Джейсоном зарубается. А он там в первом повороте широко очень вышел. А там потом я появился, перекрыл ему выезд чистый, на трассу возвращения. Ну и все как бы. Делаю все возможное, но, к сожалению, Амарео быстрее меня. Артём, видимо, да.
А? А чё, всё, что ли вы? Ну ладно. А киношку вы будете смотреть? Понятно. Ну давайте. Сейчас я обгоню его. Да, нехорошо так, нехорошо так, Амарео, нехорошо. Но когда выехал из поворота, сразу хоп, вправо, а там я уже... Ой-ой-ой! Вот это... Да, нет, ты не виноват, это меня снова занесло. Красиво, красиво. Блин, а. Пах, ну я же говорил, что к тебе присоединюсь. Да не говори-ка. Пошел ты. Сори. Да уж. Ну там ошибся, наверное. Если разбитый терял бы сейчас. Если борьба у него, значит, не это, не потерял. Три вайт. А кто там вообще участвует-то? А, так это не за подиум. А, за подиум, да. Кто расколотил? Вот это гоночка. Что случилось, Амарео? Спасибо, да, мне тоже понравилось там. Перед выходом напрямую. Круто. Шанс приехать не последним. Рикардо ставил, как в Баку. Богдан, давай, а что ты, правда, отстал так сильно? А он ошибся на медленно, на медленном шпиле. Ну, я первый, я, нет, черт, не успел. Нормально. Нормально было, прикольно. О, да, это было смешно, парни. Забавно и весело. Ну ладно, и тогда все, тогда всем пока. Спасибо, спасибо. За да, давай, пока. Присоединяйтесь к нам в следующий раз еще. Смотрите нас. Их всех. Обобщенное прощание хорошее. Ир.